Друзья, всем привет! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу поделиться обалденным вкусным рецептом, моим любимым рецептом приготовления говяжьей печени. Такая говяжья печень получается всегда очень вкусная, очень сочная, очень ароматная. Готовьте вместе со мной и кидаем в копилку. Реально обалденный рецепт. Поехали! Кто еще не знал, у меня есть второй канал, который называется Шустрый Микс. Мы готовим на нем соусы, специи и, конечно же, заправки. Проходите, ссылочка в описании, подписываемся и, конечно же, готовим соусы вместе со мной. Также не забываем подписываться на мою страничку в Instagram. Погнали готовить. Чем классный этот рецепт? Да тем, что все продукты у нас всегда есть в холодильнике. Ну, можно сказать, только нужно будет приобрести саму печень. У меня здесь ровно килограмм, две луковицы, острый перец, помидоры я сегодня взял желтые, можно также использовать красный, перец болгарский, зелень. И специи нам понадобится всего лишь только зира, соль, черный перец. Все, готовим. Так, что нам нужно сделать с печенью? С печени нужно снять пленочку, которая у нас была, я уже ее отодрал. И теперь нарезаем не очень мелко саму печень. Печень очень красивая, обалденная, свежая. Не нужно нарезать печень очень мелко и очень крупно. Кусочки должны быть такими, средними. Вот такими вот. Лук нарезаем перышками. Перец будем нарезать кубиком. Убираем семена. Перец разрезаем еще раз пополам. И прямо вот такими крупными кубиками нарезаем. Как вы уже поняли, по цветовой гамме блюдо очень яркое, очень красивое. Помидорку также кубиком. Так, смотрите по вкусу. Если вы любите прямо острое, добавляйте весь острый перец. Если нет, добавляйте чуть меньше. Отправили сковородку на плиту, добавил сливочного масла, грамм здесь 50-60. Хорошенечко смазываем. И чтобы не горело сливочное масло, добавляю еще грамм 30 подсолнечного. Масло нагрелось, отправляем сразу печень жарить. Долго жарить не будем. До тех пор, пока не поменяет цвет сама печень. Это буквально минуты две. Как только поменяла цвет, отправляем лук. Вместе с луком жарим ровно одну минуту. Желательно ставьте возле себя часы, и тогда у вас все получится идеально. Следующий продукт — это у нас помидоры. Также ровно одну минуту обжариваем уже все вместе. Ароматы пошли обалденные. Бомба. Процесс жарки у нас уже закончился, и у нас уже печень просто тушится. Отправляем болгарский перец и сразу же перец чили. Аккуратно перемешиваем, не ломая саму печень, так как печень очень нежный продукт. Не нужно его ломать. Аккуратно лопаточкой просто переворачиваем. Спустя ровно одну минуту добавляю черный перец свежемолотый. Добавляю сладкую паприку, буквально третья часть столовой ложки. Также добавляю семена зиры. Ладонями перетираем.
и соль 2 щепотки. Аккуратненько перемешиваем. Накрываем крышкой, огонь уменьшаем на минимум и оставляем на 1,5 минуты. Печень готова. Последний штрих, нарезаем петрушки. Ну что, друзья, давайте попробуем, что у нас получилось. Как я люблю печень. Сочно, ароматно и очень вкусно. Главное, готовится очень быстро. Шикардос. Друзья, готовьте, не пожалеете. Очень вкусно, очень сочно. На ужин, на обед. Просто бомба. Готовьте. Кто не подписался, подписываемся на мой канал. Конечно же, комментируем, делимся с друзьями. И подписываемся на мою страничку в Instagram. На мой второй канал, который называется Шустрый Микс. Все ссылочки в описании. Всем пока.